Гиперактивная собачка Линда и немного новостей об Альфе. Хозяйка сельского мини-приюта Ирина Стрижак переживает, что вскоре ей предстоит период восстановления в больнице, и животные большую часть времени будут дома одни. Вот так их оставлять одних, особенно Линду. Уже столько порвала цепей и карабинов, ей нужно только в вольере жить, видимо. Вовремя волонтер пришла. Дина спряталась у себя в будке. Хорошо, все коты в доме были. Линда очень агрессивно на них настроена, хотя волонтер ее ругает за это. Охотиться, наверное, хочет, чтобы ей в поле побегать. Вот это, наверное, было бы для нее просто прекрасно. А пока с ней погулять волонтер-инвалид еще не в состоянии. Я боюсь далеко выходить. Поводок не удержу. У меня правая рука не сгибается, да и силы в руках нет, говорит, с сожалением, женщина. А так гуляют во дворе все по очереди. Альфа ленится, заставляет ее хозяйка выходить хотя бы 3 раза. Но сейчас не получается, теперь только утром и вечером, когда приедет с города женщина. Альфа, когда приходит Шарик и малыш, вы их помните и по постам Людмилы Чернецкой, как бы хозяйские собачки, но которых кормят только волонтеры, сразу вспоминают, что дом охранять нужно, лает, все-таки помнит, или это все-таки какой-то инстинкт. Я стараюсь ее подальше выгуливать, но ей мешают эти две шкодницы, Ася и Эльса. Сегодня постелила Дине в будке тряпки. Они их утащили, рассказывает волонтер про взаимоотношения между собачками приюта. За Линду волонтер даже не знает. Ей кажется, что она не была на цепи, хотя у нее был след от ошейника. Может, от того, что все бегают вокруг, и она тоже хочет свободы. Ее нужно обучать. Она хорошая умная собака, хотя они у волонтера все умные. Даже Бублик подчиняется, слушается маму. Она, наверное, была там раньше одна, а теперь хочет бегать, как и остальные. Может быть, но она жила, видимо, не сладко, ласки точно не видела. Пригибалась раньше, как я веник брала, значит, точно били ее, неизвестно еще чем. Потому и хочется, чтобы у нее были хорошие условия, говорит волонтер о собачке. Шарик пришел в гости. Ну все, 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 все. Все, 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 все. Все. Лордик, они тебя напугали, да? Лордик, Лордик. Кто страшнее?